Даня, аккуратно, держись вот за веревочку. Вот они. Что? И в конце тоже первые 300 сетки. Это тоже мы добираем. Вот они. То есть тоже до конца доворачиваем. Да, значит, вот у нас мачта. На ней 6 прямых парусов. Да, и ставятся еще, видите, косые паруса, стакселя. Значит, паруса у нас называются по названию мачты. Самый нижний, то есть, например, самый большой парус был первый грот. Дальше у нас идет марсель. Он из двух частей. Верхний марсель, нижний марсель. Очень понравилось, впечатляет, конечно. Корабль постройки 20-х годов в таком замечательном состоянии. Такелаж вообще прикоснуться к истории. Безумно понравилось. Я очень рада, что он прибыл в наш город и что я могу посетить такое замечательное место. Это культовое событие нашего города. Первый раз вижу такую необычайную конструкцию. Ну, честно, впечатлило очень. Чего так все печально? Уходим!